Здравствуйте всем, приветствую всех из раскаленных Сокольников. Через несколько минут здесь состоится матч между командами «Родина» и «СКА Хабаровск». Прозвучал стартовый свисток, поехали. Хабаровск начинает с центра поля. В темных формах хабаровчане, в светлых, привычных для себя тонах футболиста «Родина». Ну вот атака Хабаровска под левую с ударом. Это Жан-Шарль. Дотронулся, что ли, вратарь до мяча? Не хотел. Однозначно и не я, и не ты. Прострельная передача, выносит мяч недалеко, с ударом, ну, конечно. Максим Турищев, первый выстрел в этом матче. Ну, попасть вот так отсюда в дальний верхний угол, конечно, можно. Но для этого надо было ЦСКА Хабаровск контратаку. Здорово Кутовой на Никитина. Через все поле, по сути, низом пас прошел Никитин. До удара дело доходит, Городовой. А вот и в створ. Да, да, первый, да, по-моему, в створ сегодня? Да, первый. То есть 18 минут мы ждали этого удара. Говорят, мячи Джамбула не пожарели, летели просто. Ну-ка, Калмыков впервые в штрафной мяч получил. И вот момент, вот шанс. Даже не момент, наверное, да, возможность очень серьезно обострить. Скидка не очень хорошая была от Калмыкова. А вот эта подача хорошая! И что, там нет пенальти? Есть пенальти, ну, конечно. Ну, конечно, ну, держали, в общем-то, двумя руками там форварда. Ну, по-моему, как раз вышедший на замену Тимошенко и был. Тимошенко разбегается, 1-0. Близко был Владимир Сугробов к этому мячу, но не достал. И не сказать, что прям супер здорово Тимошенко пробил. Середина закрой, середина! Ой, как здорово, это пенальти. Нет, это желтая карточка. Никитину за симуляцию. Удар по ноге был, это точно. Удар по ноге был, тебе обратят внимание тренеры «Родины». Ой, какая передача-то прошла, и гол! А вот тебе четвертый трамвай. 1-1 Олег Кожемякин. Прилетел. Да, трамвай-то на остановку добрался вовремя. И тут... очень неожиданно, да, как все это текло, вся эта атака, и, пожалуйста. Включался, прямо скажем. Еще и без голоса особо. Ну-ка, Гордюшенко! Ой-ой-ой, выше ворот летит мяч. С 16 метров. И вот он тот момент, про который говорили. Да? Что мог он предрешить. Да, да. Гордюшенко, в руку. Мяч попадает в руку, и финальный свисток. Ну что, 1-1, хорошая игра, падают футболисты без сил, тем не менее, мы футболом мы можем быть довольны.